Всем привет, друзья! Сегодня 8 октября. Мы ищем грибочки. Я уже 4 дня не хожу в школу, потому что заболел. У меня поднялась температура и вот так вот. Так что... Ну ты уже выздоровел. Ну да, уже. И выехал на прогулку, да? Угу. И буду искать грибочки. Так что вот так вот. Так что удачи нам. Угу. Мы сейчас будем... проверять папина болотце. Так куди ж ти поперед батька? В болотце. Я смотрю, внимательно, а то ли ты знаешь какой-то. Максичек, вижу один такой красивый. Найдешь его? Куда надо смотреть, я тебя учил? Вот сюда. Так. Вот. Ты мне говорил по пути, что ты в любую дырку залезешь. Вот он. Смотрите. Я нашел. Ой. Ты нашел, да? Ой, ой. После папы. Ой, тут еще какой-то есть. Да ладно. А, ну вот подавлен, что ли. Эх, люди, люди, вы не такие неосторожные. Такие зайцы. Где я подавлен? Что ты рассказываешь? Вон он там. Где? Один. А, так кто уже просто он умер от старости. А-а-а. Давай, Максик, ты знаешь, как его срывать? Красавец же, да? Так, красавец не писаный. Вдруг писаный. Вдруг. Вдруг писаный, а? Тихо, тихо, тихо. Ух ты, ё-моё. Ну как тебе? Хорошо. Что ты скажешь про него? Подожди, надо же чистить его от листика. Он божественный, я скажу тебе. Смотри какой. Да. Его чуть-чуть тут мышка погрызла, ну ничего, мы где? Такие берем. Да вот. Ну да. Ну, может еще тут найдем. Да такие? Подожди, дай восхититься этим. Я уже пошел. Такие заросли, они специально в зарослях такие прячут. Чтоб тяжелее найти было их, да? Может еще найдем, ну мы идем дальше. Максим говорит, я буду находить, а ты очищать. Будет у нас командная работа. Хитрец. А что, нормально. Ты будешь находить, а я буду есть. Будет у нас командная работа. Так. Вы видите грибочек? Видите? Это честный Максима грибочек. Я его не увидел. Вот он. Смотрите, какой. Чтобы не шляпку, не за шляпку, а за ножку тянуть. О! Смотрите, какой пузатик. Ну, хороший. Это я чисто нашел. Корзиночку. А я, Максичек, увидел вон там в кустах. Где? Дальше. Ну, просто его, во-первых, плохо видно. Ну, я вижу. Солнце засветило. Видно ли его сейчас? Да, я вижу. Ну, мне видно. Ребята, он видно? Нет. Ну что, да. Ты залезешь туда? Глаз не оставишь на ветке? Да. Давай я полезу, Максик. Да ты ветки эти убери. Да давай я наступлю на них. Да. Оп. Он такой какой-то странненький. Оп. А, он чуть-чуть подгрызанный. Я тут нашел такой. Но зато... пыль прям в лицо. О, вот такой вот. Такой формы. Дерево рядом росло. Вот его приплюснуло. Идем со мной. Вот тут грибы. Идем. Слушай, Максимка. Иди сюда. Мне кажется, я что-то увидел. Да я его сорву. Сорви. А где он? А, иди поищи. Заходи, заходи. Я вижу так, да? Давно не был с грибочками, и грибочки меня видят. Может, еще тут найти? Он в паутине весь. Не бойся. Ты меня снимаешь? Конечно. Сейчас я тебе покажу. Бери его под низ, под самый низ.
веточкой. Убирай веточку. И под самый низ. Фу. Ну, я мелкий, конечно. Под самый. О, да бери, бери. Да все нормально. Как отломал, так. О, смотрите. Какой. Как попа. Точно как попа. Берем. Конечно, берем. Киночку. Так. Тут еще. Я увидел. Да ты что? Я увидел, мелкий. Ты его видишь? Нет. Нет. Я вижу его. Тебе легче. Ты ближе к земле, тебе виднее. Так, подождите, подождите. Я сейчас. Сейчас я его. Это мне кажется. Глубоко, вон он. Вижу, вижу. Залезешь за ним? Попробуем. Тут такие ветки шершавые. Они такие. Мы с той стороны. А, с той стороны лег. А ну смотри, действительно. Вот он. А, вот, да. Видишь его? Да, вижу. Вот. Вот такие ветки, ё-моё. Осторожно, не поцарапайся. Знаешь, сила максимум. Ну ты же аккуратней, давай ногу забирай. О, ногу забрал. Что, крепко сидел? Крепко. Умница. Не зря я тебя взял, Масик. Правда, оторвал ему шляпу. Ну ничего, давай шляпу. Мы все равно им шляпу отрываем, когда чистим. Так. Ищем еще, тут целая поляна. Да, у меня есть мое преимущество. Я просто знаю, где они любят вытыкаться. Травки? Да, его тут совсем не видно. О! Классненький. Классненький? Берем в корзинку. Смотрите. Я пошел искать. Необычной формы, конечно. Слушай, Максимка, что? Туда не беги. Мы болото, оно же имеет круглую форму. Ну, закругленную. Mm-hmm. Закругляется, да? Поэтому мы пойдем просто по его контурам. Контурам? Да, не беги там его, не надо его там пересекать. Мы вокруг пойдем. Его болото. Да. Mm-hmm. А здесь смотри внимательно. Они любят эту травушку. Еще в траве. О! Что, смотри. Увидел? Да тут даже два. Давай один мне, второй тебе. Давай. А ну да, я хоть покажу людям. Вон. Ух ты, какой так это сочный. Красота. Правда сочный. Угу. Ага, только их под самые основания бери. Хорошо? Веточка. Сначала очисти, чтобы удобно у него было. Тут веточка мешает. Чтобы шляпу не оторвать. Вот так. Раз. И под самую землю. Ого. Хороший. У него там ножка. Ну ты его выкручивай или отламывай. Ну так, смотри, как удобнее оно будет. Потому что бывает такое, что он не крутится. Ой, ну вот, смотрите. Хорошо, да. Все-таки. Это тебе? Отличный. Этот мне. Ничего себе, у него ножка. Бери там. Чуть-чуть повыше его. Давай. Я. Позволь, я это сделаю, сынок. Давай, это мой. О. Блин, ну оторвал. Это вообще топчик. Это мой. Сними листочек, зайчик. Класс. Может, еще тут найдем? Максимка, иди с той стороны, позаглядывай пока. Ты что, меня обмануть хочешь? Конечно же не хочу, сыночек. Ой.
какой прекрасный. Ага. Ну, прекрасно. Твои мысли по этому поводу? Ты что, насмотрелся моих видосов и теперь хочешь ходить впереди постоянно? Угу. Угу. Ну иди. Якщо ти в мамку вдався, то я все равно буду доволен. Давай, давай. Я твої стратегії вже знаю. Моя стратегія? Ми там кікімора живемо в этом болоті, а? Не исключено. Ну, когда мы пойдем в открытый лес? А что там делать, Максик, в открытом лесу? Ты видишь, как мало машин было? Грибнички уже разуверились в том, что в этом году или пока, ну вот сейчас есть грибы. А мы находим. А я тут такое увидел что-то. Ты просто офигеешь. Так, 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 так. Что я увидел? Это чисто я нашел. Такой... Крутой, да? Чисто я нашел. Посмотри, какой у него большой слой гименофора. Угу. Ну что, позволь, я сделаю это, сыночек. Сынок. Спасибо, сынок. Тяжеленький-то какой. Не это... дал папе кайфануть. Посмотри, как он улыбается тебе. Хрипучик. Не улыбайся мне, так радостно. Вообще, такой необычный гриб. Причудливый какой-то, да? Назовем его гриб-веселун. И... А теперь поразись, какой он чистый. Ни одного червячка. Какой красавчик тут пропустил. О! Просто долго ждешь, нарисовал и грибочки. Прошел? Не, ну я хоть оборачиваться умею. Да, я нашел еще один. Смотри. Нормально. Нужно просто стоять на месте, крутиться и присматриваться. Да, они тут есть. Не, ну не просто крутиться. Ну я понял. Ты и смотреть. И смотреть. Всматриваться по сторонам. Вот какие тут маленькие чудесные грибочки ждут нас. А ну смотри внимательно. Точно? Точно. Под ноги смотри. Ну видишь, ты сам находишь. Сам находишь, Максичек. Я что-то там увидел. Ну-ка. Красавчик. Смотри, я его почистил, какой он стал вообще. Классненький. Мне особенно вот этот нравится. Да, только ты не дави ему сюда, а то он посинеет. Сюда? Аккуратненько его за ножку бери. Смотрите. А здесь же, здесь же, здесь же. Ты увидел? Здесь. Умница. Вот. Так, давай я помогу тебе. Кто быстрее доберется? Того и гриб. Ага. Ну я погнал. Не-не-не-не-не, моя купить. Нет, я пошли. Да иди, мог бы обойти его, Максим. Так что ты? И лучше сорвать оттуда, иди. Я просто поснимаю. Ой,
А у меня просто вот так вот лежало. Да ладно уже, давай. Лежало. Оно так и было, да? Еще скажи. Давай мне шляпку. Подожди. Так оно так и было. Давай, да, было. Давай шляпку. Да, правда. Да что ж ты неаккуратный такой? Да лови. Не спеши. Я гриб запустил. Понимаешь, Максимка, находишь гриб, надо ж растянуть удовольствие, повосхищаться ним, а не скорее оторвать ему голову. Согласен, не убежит никуда. Оторвать голову. Удовольствие получить. Это как мороженое, которое ты не лижешь, а откусываешь. Нужно растягивать удовольствие, ведь оно вкусное пока во рту. А когда оно уже в желудке, ты его не чувствуешь. Так и с грибом. Увидел, пофотографировал, поахал, поохал, да? И аккуратненько изъял из грунта. Ну что, видно, зайчик? Я тут. Не видно, да? Не видно. А папе, как думаешь? Видно. Да бери, бери. Иди сюда. Ну ладно, это мой по праву. Ну как тебе? Я ищу, я отвлекаюсь. Хорошо. Вот это ж мы, сынок, заходим. Более крутое. Ну, менее крутое. Ну, не менее, скажем, крутое, чем было. Ага. Не менее крутое. Смотри, тут корни вырвались. И... Угу. Это бурей повалило. О-о-о. Дело в том, что я увидел подберезовик. Ты умница, ты тоже... Видишь тоже, что и я. Подожди, я попробую его сорвать, это потому что мне кажется, что он может быть стареньким. Ты заметил, что подосиновик с красной шляпкой, с бордовой, а подберезовик видишь с какой? Какая это? Это коричневая, светло-коричневая, да? Ну какая, хорошая? Ну я думаю, хороший. Ну берем. Берем, конечно. Посмотри, какие красивые мухоморчики, Максим. Где? Вот здесь. Кто-то один сбил. Преодолели такую полосу препятствий, да? Из поваленных деревьев, Максимка. Ага. И знаешь, мы не зря это сделали. Потому как что? Видим. Что? Что? Ну что, а? Может быть, стоит подальше посмотреть? Подальше? Ну да. Смотри. Подожди, подожди. Вот. Какой, да? Угу, под листиками. Смотри, какая у него ножка, оказывается, прячется под листиками. Длинная, да? Угу. Так, скажу. Хорошо. Ну, давай, срывай. Дай сейчас слова тараумную. Нет, а ты его бери под низ. А, под низ? Да. Здесь у него влага какая-то еще. Ну, он правильно влажный. Давай, под низ срывай. Смотри, только что? Не так, смотри, его надо не так, а вот взял, угу, да, угу. И немножко так раз. Опа! Получилось? Класс. Давай, папе. Это наше. Ну, конечно, наше. Давай, папе. Идем, Максимчик, на другое болотце. Ага, более крутое. Еще. Ну да, а то мы на предыдущем что? Два грибочка. Подберезовик и подосиновик, и все, да? Ага. Ну что? Заходим, Макс. Ну да, заходим. И что? И пусть нам улыбнется
Пусть нам улыбнется грибная удача. Так, Максимочка, бывает и сухо, и пусто из-за того, что тут уже, видно, пробежались не один десяток человек, да? Ага. Хорошо, хоть на мое болотце никто не ходит. А то бы один гриб нашли, два гриба нашли и пошли домой. Да, а так немножко еще и на сковородочку поднасобирали, да? Так, один малюсенький все-таки попался. Ну-ка, Максимка, пропусти. Вижу. Ну дай, папа, покажет. О. Увидел, да? Ну, вот он совсем. Видел. Маленький. Вот этот ждал меня. Смотри, их тут несколько, да. Конечно, в корзиночку. Прошли и хотя бы два уголочка нам улыбнулась. Подожди-ка, подожди. Это подосиновик белоножковый. Иди сюда. Иди посмотри. Глубоко он сидит. Красавчик. Конечно. Красавчик. Берем. Корзиночку. Конечно, берем. Знаете, как нашу команду зовут? Это крутые грибники профессионалы. Так что нажимайте красную кнопочку подписаться, она там внизу. И колокольчик еще. И не забудьте, ребятушки, лайк поставить. А вот дизлайк мне лучше не ставьте. За такой вот гриб. Это точно. Сколько? Просто люблю это место за вот эти вот пучки волос. Можно по ним пойти. А ну попробуй, пройдись по ним. Оп. Опа. А туда дальше. Так и к бабушке Яге прискачешь. По болотцу. За травку не берись, за эту. Руки порежешь. Это другая травка. Ага. Что там, ударился? Да нет. Максимочка, там вон чья-то красная шляпа торчит. А ну пойди проверь. Под осиной. Это значит кто? Под осиной, наверное. Ну, отсюда тебя не видно. Он за листиками спрятался. За листиком? Да. Ну что, видно, не видно? Смотрите. Здесь там вместе. Вот такой. Нужно вот это убрать, наверное. О, он к нему прилип. Чё? А нет, отлип. А нет, отлип. Ой, сынок, смотри, какая у него нога, куда идет. Ого! Давай сейчас сорвем, интересно. Давай. Давай прям всю-всю ногу сорвем, прям в эту нору. Оп, смотри. Вот такой лежачий подосин. Он как... У него такая на шезлонке вот сидит, и тут такая у него голова, он смотрит на солнышко. Мы в такое место идем, или даже уже пришли, где мы еще никогда не... Мама тут не ходила с Димой. Я не ходил тут вообще, мы не знаем, что это за пеньки. Это такие пеньки, которые... Кочки болотные. Тут такая же трава густая росла, как там, где ты прыгал. А, ну да. Это здесь вообще сказочное место. Ну да, кстати. А чувствуешь, как тут пахнет? Куда в кроссовках? Чувствуешь запах? Угу. Чувствую.
А видишь, сколько здесь следов грибников? Ну я здесь прошел, не провалился, иди потихоньку. А что, можно провалиться? Угу. Мы уходим из леса. Вроде бы октябрь месяц, да? Угу. А такая какая-то жара ближе к обеду. Меня не видно, я мелкий очень. Вот я, меня видно. Утомляет быстро. Ну да. Так что, на поддержку нас поставьте лайк, пожалуйста. Движемся уже в сторону автомобиля, потому как устали. Угу. Признаюсь, и я устал. И я тоже. Да. А там еще большое скопление грибников. Правда, у всех пусто. В ведрах, в корзинках. Нужен еще дождик. Да, Максик? Нужно, чтобы тут хороший прям ливень полил. И точно тогда грибов насоберем. Всю машину, весь багажник. Дороемся грибами и поедем. Как хорошо, что мы добрались до машины. И грибалочка закончилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте еще колокольчик. И вот наш результат. Вот наш результат. Мне очень понравилось только первое болото, потому что мы нашли в третьем болоте 3 гриба. Во втором 2, как это символично, да? Mm-hmm. Зато в первом папином мы основную часть нашли нашего улова сегодня. Mm-hmm. А потому что оно находится в секретном месте. Привет, так что, друзья, всем пока. До скорых встреч. Да, до новых встреч.